Страны НАТО увеличат расходы на оборону, Столтенберг. К 2024 году страны, члены НАТО должны тратить на оборонные расходы 2% ВВП и больше. В этом году ожидается, что уже 8 членов Альянса будут соответствовать поставленной цели. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что к 2024 году 15 стран-членов НАТО будут тратить на оборонные расходы 2% ВВП и больше. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 13 февраля, в Брюсселе, пишет Интерфакс Украина. В течение 3 лет мы видим увеличение расходов на оборону по всему спектру европейских союзников и Канады, а в результате получаются дополнительные 46 миллиардов. Национальные планы демонстрируют, что мы можем ожидать и дальнейшее увеличение в этом направлении, сказал Столтенберг. Он напомнил, что в 2014 году лишь 3 члена НАТО тратили 2% ВВП или больше на оборонные нужды. В этом году ожидается, что уже 8 членов Альянса будут соответствовать поставленной цели. К 2024 году мы ожидаем, что как минимум 15 членов будут тратить 2% ВВП или больше на оборонные нужды. Это хороший прогресс и хорошее начало, но нам по-прежнему предстоит долгий путь в этом направлении, сказал и кратко Столтенберг. Напомним, Украина выделяет на оборону более 6% ВВП, что превышает обязательства для стран-членов НАТО. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.